Всем привет! Меня зовут Янелия Скрипник, и сегодня я пришла на канал Екатерины Кононовой, чтобы устроить ей адскую тренировку. И ей, и вам в том числе. Поэтому, Катюш, иди сюда. Всем привет. Я уже переживаю. Потому что я смотрю канал Яны, я хочу на тренировки. Да, если вдруг, возможно, вы меня видели, возможно, нет. У меня канал Фитнесомания. Я тренер, пришла оттуда сюда. Да. Ссылочку на канал добавлю в описании. Подписывайтесь, кто не подписан. Потому что большинство моих подписчиков все говорят, а я у Яны видела там этот. Да, мы у нас... упражнение делала у Яны. Говорю, ну, конечно. Потому что у нас... таких, мне кажется, у нас таких два, которых от начала до конца. Да, да, у нас, в принципе, фитнес-каналов не так уж и много, поэтому, я думаю, вы, возможно, меня даже видели. Поэтому, но мы лично никогда не встречались, вот сегодня у нас такая возможность предоставилась. Она приехала к нам, ко мне на работу, я работаю в воркшопе, это фитнес-клуб, и всех приглашаю к себе на тренировку и вообще к нам в зал. У нас тут классно, сейчас вы посмотрите, как у нас тут круто и прикольно. Ссылку на канал Яну я оставлю в описании, ссылку на воркшоп я тоже оставлю в описании. В общем, начинаем работать. Да, сегодня, вкратце, что нас сегодня ждет и тебя что ждет. Да, кстати, я буду тренироваться вместе с Катей, поэтому я ее не брошу. Потому что такие упражнения будут многосуставные и достаточно будет сложно ориентироваться, поэтому я, конечно... Я буду повторять. Да, будем вместе, переживем. Эта тренировка, она не парная, можно и в паре делать, как мы будем с Катей, но на самом деле эта тренировка, можно делать ее и в одиночку. Вот, так что у нас будет 45 секунд, у нас будет длиться один интервал, мы будем работать, и 12 секунд отдыха. Я всегда 15, а тогда 12. Да, 12. Немножечко меньше. Вот, мы сделаем один подход, один раунд, но всего нужно сделать 5. 5 кругов нужно сделать. Мы с вами сделаем один, и самостоятельно вы еще с нами можете перемотать, поставить плей на начало, как всегда, я думаю, вы знаете. Еще делать, добавить 4. И еще 4 кружочка, всего лишь 4. Ничего нам не понадобится, никакого оборудования, только вес, собственно, тела, да, коврики и таймер. Ну что, готова? Да, готова. Да. Я не такое. Тогда начинаем. Давай. Итак, 10 секунд подготовочка. Ага. Первое упражнение. Выпад. Ага. Подняли ногу. Прыжок вверх. Выпад. Подставили. Раз. Подняли. Прыжок. Подставили. Поехали. Раз. Нога. Есть, еще раз, два, три, подставили, хорошо, еще раз, два, три. Вы с нами? Я уверена, вы делаете вместе с нами. Хорошо, еще раз, два. Я хочу себе поставить конца ногу. Да? Еще раз, два, три. Да, остальные еще. Раз, два, три. Еще раз, два, прыжок. Еще. Я думала, уже чуть-чуть. Прыжок. Еще раз. Два. Хорошо. Есть. Следующее упражнение. Опускаемся. Сразу, я, да? Да. Без отдыха? Я показываю. Раз. На носки. Ручку дали. И вот так. Поехали. Отжались. Раз. Носки. Рука. Прыжок. Еще отжались. Носочки. Раз, два, начали, отжали. Носки. Прыжок. Еще. Носки. Раз, два, прыжок. Молодцы, еще делаем, делаем. Не останемся. Носки. Хлопок. Забывай за прыжок. Оп. Прыжок. Отжались. Носки. Есть. Отдыхай. Хорошо. Мне кажется, как рукав. То же самое, но на другую ногу будет. Ага. Отдышались. Поехали. Раз. Подъем. Прыжок. Подставили. Раз. Подъем. Прыжок. Выпад. На эту же ягодицу. Раз. На эту же. Оп. Подставили. Да. Раз. Два. Прыжок. Это. Подставили. Раз. Два. Ничего. Главное прыгать. Главное побольше прыгнуть. Так. Да. Прыжок. На эту же. Да. Еще. Раз. Два. Подставили. Еще. И. Подставили. Хорошо.
еще чуть-чуть. Жекварда. Отлично. Следующее упражнение. Банца коврики. Так. Коврики, прыжок. Вверх. Опустились. Поднимаемся, выпрыгиваем. Поехали. Прыжок. Опустились. Еще. 25 секунд. Помним. Темп держим. Прыжок. Катя, как ты чувствуешь? Отлично. Супер. Катя, не качать пресс, а прыгать. И прыгать тоже. Есть. Конец зима. Зима. Зима приближается. Есть. Следующее упражнение. Садимся. Прыжок и хлопок. Хлопок. Раз, присели. Прыжок. Захлёст. Захлёст. Ищи. Прыжок. Есть. Прыжок внизу. Хлопок. Хлопок. Прыжок. Хорошо. Еще. Ноги, ягодицы горят. Да, понял. Супер. Как подруга. Девочки, вместе с нами. Вот, на тренировку. Да. Жир топим. Уже времени осталось мало до кусков, поэтому нужно поднажать. Купальный сезон не за горами. Да, уже, он уже в раздаре. Отлично, следующее упражнение у нас там. Забыла. Боковой бланк. У нас боковая планочка. Может, на траве будем скользить? Да, давай на траве. Опускаем таз вниз и потом касаемся. Опустили, левая нога впереди. Опустили таз, подняли. Подняли. Хорошо, ищем. Работаем. Отлично, косые мышцы работают. Тебя часто спрашивают, можно перекачать? Да. Да, вчера буквально. Девочки, не перекачайте, не сделайте талию шире. Такими упражнениями не бойтесь. Главное, с весом не делать наклоны, и все будет хорошо. А все скручивания без веса – это только польза. Да. Вот у вас хорошие, просто крепкие косые мышцы, кто любит рельеф. Бурпи, любимая. Без отжимания, прыжком вверх. Запоминай, на какую сторону делала. Еще один день. Да. Поехали. Бурпи? Ложимся? Нет. Нет. Планочка. Это классика жанра. Обязательно. Давай. Очень классное упражнение. Работают все мышцы во время бёрпи. Это закупки, это бёрпи. Ну да. Я бёрпи. Да, я бурпи. О, суть не меняется. Ну да. Чуть-чуть. Делаем. Осталось капелюшечку. Есть. И последнее упражнение. Боковая планка на другую сторону. Ой, я уже пошла. Да, тренировка огненная. Поехали. Опустили. Коснулись. Хорошо. Последнее упражнение. Терпим. Скоро будем отдыхать. Заслуженный отдых на Мальдивах. А сколько секунд? Сколько между раундами? 1,5-2 минуты. Не больше 2 минут. И снова поехали. Еще чуть-чуть. Остаться секунды. Буквально считанные. Выдох. Есть! Боже! Да. Теперь можно полежать. Просто жесть. У меня
меня просто есть комплексы. Но тут именно такие гибриды. Сразу в одном упражнении сразу несколько. Вот такие гибриды, они так ушатывают. Дыхания не хватает. Но я люблю. Да, я очень люблю тренироваться, чтобы я уже упала в своем дыхании. Очень на самом деле круто, у кого мало времени, но хочет хорошую качественную тренировку. Делайте такие функциональные. 20 минут или просто? Да. Готов. И готов. На самом деле, смотрите, конечно, по своим силам. Если 5 кругов для вас много, начинайте. Да, 3-4. То есть смотрите здесь. Хотя сейчас, знаешь, кажется, закончили тренировку, мне кажется, я умерла, все выдохнуть. Полтора минуты, и я начну. Я смогу. Да, но восстановится. Просто мы еще и разговариваем, мы тратим энергию. Ты разговаривала, я молчала, я слышала. Больше, мне кажется, устала. Да, поэтому просто спокойненько, но желательно, как сейчас мы неправильно сидим, нужно активно походить. Да, подышать. Да. Поэтому лучше походить, отдохнуть и снова перематывайте и начинайте. И обязательно пить водичку, кроме нашего, да? Да, водичку небольшими глотками обязательно пейте. Девчонки, любители таких же тренировок, интенсивных, очень крутых, очень жестких, после которых просто хочется упасть и больше не вставать, подписывайтесь на канал Яны. Ссылки будут в описании, на канал, на Инстаграм. Очень-очень рекомендую. Мы сегодня, кстати, познакомились первый раз вживую. Да. Общались мы всегда через Инстаграм, через там в Телеграме общались. Всегда хотели встретиться, но не получалось. Я сначала жила в Луганской области, потом я переехала в Киев. И наконец-то Яна приехала на медиашоп. Свершилось, да, очень. И мы решили встретиться, я очень рада. И кстати, ты, как на видео, ты как бы, как я представляла, так и ты. Знаешь, видишь на видео, там один человек вживую, это он. Да, вообще, да. Ты такая же, как и на видео. Так что, девчонки, подписывайтесь на канал, доделывайте этот комплекс от начала и до конца. Ну а мы с вами скоро увидимся. Пока-пока. Пока.